Всем привет, я нахожусь в Академии Акрима. Это мой ноутбук рабочий. На нем установлена программка HCM01A. В программку эту входит само программное обеспечение. В коробочке лежит диск с программным обеспечением, с драйверами и адаптер USB 485 интерфейс. Вот он, этот адаптер. В принципе, стоит именно самого программного обеспечения. И для того, чтобы у меня вот это все работало, мне нужен еще адаптер IGO02. Вот он, адаптер IGO02. Вот там лампочки моргают, идет обмен данными. На адаптер подал питание, подключил к RS485 свой адаптер USB и линию связи PQ взял с наружного блока. Также к этому адаптеру IGO02 можно подключать импульсный выход с электросчетчика, но, к сожалению, мой электросчетчик не имеет импульсного выхода, он имеет MAT-бас, импульсного выхода не имеет. Будем просто ставить другой электросчетчик и уже, соответственно, измерять потребленную электроэнергию самим наружным блоком. А потом уже эта вся потребленная электроэнергия будет разделяться по вот таким вот нашим потребителям. У меня 9 внутренних блоков. Я вот включил вот щитовую. Могу ее выключить. Так, и соответственно могу полностью управлять всеми этими внутренними блоками. Так, что у меня еще здесь есть? Есть еще такая флор-навигация. Это я могу сюда загружать свой чертеж и, соответственно, проставлять свои вот кружочки, вон мастерская, либо полностью сейчас все подгрузится. Вот мои все внутренние блоки, то есть план я здания как бы нашей академии загрузил, и вот точечками, вот этими кружочечки, это мои внутренние блоки. Также параллельно с этим всем я использую центральный контроллер. Сейчас пойду посмотрю, что там на центральном контроллере у нас творится. Вот наша, вот это все внутренние блоки. Uncoil. Это такой вот. Так. И вот центральный контроллер. Вот наша щитовая сейчас включена. На центральном контроллере это сенсорный дисплейчик. Можно отображать вот так вот каждый этот, либо же, соответственно, смотреть просто список внутренних блоков, температурки видно, какая установлена, какая сейчас по факту в помещении. Вот на каждый заходим и включаем-выключаем скорость вентилятора и режимы. Также к этому пульту подключен Wi-Fi модулечек, и я могу с приложения управлять всеми 9 внутренними блоками. Не надо в каждый внутренний блок доставлять отдельно Wi-Fi модуль. В принципе, можно это все делать с одного девайсика. Ну и в принципе вот как бы и все. Опять в монитор перейдем, нажать на этот и выключить. Все, выключил, не нажал. Тут в принципе видно температуры TC1, TC2 на моем блоке, и видно его мощность, насколько открыта электронная ТРВ, и в принципе все. Так, щитовая еще раз можно включить. Я наружку не запускал, уже не стал ее дергать. Вот режимы, вот скорости вентилятора, статус можно задать, какой-то лимит по режиму. Да и все. И вот три режима блокировки. Запуск приложения Хайровского. Это приложение по управлению Wi-Fi, внутренними блоками, которые у нас в Академии сейчас. Вот я их так разделил. Там где что, какой блок. Вот все устройства. Вот общий вид такой моих устройств. Загрузка. Так, вот они подгрузились. Я через сеть 3G, это они по Wi-Fi, соответственно, соединяются с роутером. Вот то, что я говорил, там щитовая, я вот как раз ее мучил. Вот, можно включить.
режим выбрать любой. Сейчас пусть в фане, чтобы уже наружку не запускать. Скорость вентилятора можно поменять. Высокая, средняя, низкая, либо авто. Ну и вот эти режимы управления. Да и все. Три режима. Да, в общем-то, и все. Все, гасим ее, да и это. Нормальная такая приложуха.